Всем привет! Сегодня мы с вами поговорим о самых популярных Mime Bottle, которые можно найти на AliExpress. Специально подобрал для вас несколько штук с наиболее выгодной ценой, 100% отправкой и 100% доставкой. Итак, это новое видео, мы начинаем. Поехали! Итак, друзья, что касается самых популярных заказов MyBottle на AliExpress. Ссылочки на товар будут в описании под этим роликом. Сейчас мы распакуем и посмотрим на две из них. Мы подобрали специально для вас. Видео называется «Топ MyBottle с AliExpress» или что-то типа такого. Доставочка, скажем так, супер быстрая. Порадовала Почта Россия. Все это дело быстро обработали. В нашем случае сразу я достану из двух пакетов. В нашем случае все это ехало типа экспресс-доставкой под названием E-Packet. И у нас приехало две бутылки. Вот такая вот бутылочка. Буквально 9 дней. Ссылочки опять же оставлю в описании. Стоимость каждой из этих бутылок порядка $1-2. И, конечно же, все пищат, все визжат. Школьники не только заказывают вот такие вот интересные бутылочки MyBottle. Это действительно пластик, а не стекло. Крышка, скажем так, скручивается. Есть вот такой вот дозатор или что это, чтобы это у вас все дело не текло. Общее исполнение пока держу в руках вроде более-менее ничегошное. Майчайна, слава богу, все доехало. Приехало в таких вот пупырках. Друзья, просите продавца упаковать хорошо перед каждой отправкой. И перед каждым, вернее, заказом пишите отдельное сообщение и вставляйте сообщение продавцу. Есть небольшие помарочки. Можно приобрести данную бутылочку вместе с подарочным пакетом. Это стоит отдельно, по-моему, $1.5. Ну, а в целом, в принципе, внешний вид более чем хорошо. Дальше тоже MyBottle, только немножко спортивный такой, скажем так, вариант. Присутствует подарочный пакетик. И тут у нас, конечно же, походили уже по этой бутылке, и она немножко, скажем так, пришла, наверное, в негодный вид, но мы сейчас вместе с вами посмотрим, раскроем и убедимся, будет ли бутылка работать, либо будем открывать спор и возвращать либо часть денег, либо полную сумму за данную бутылку. Продавец быстро отправил, опять же, это не вина продавца, хотя иногда бывают вот так вот это все. Представляете, друзья, то есть прямо. Я даже монтировать это не буду. Сейчас открутим вот эту штуку и попробуем это дело все здесь вот таким вот образом выгнуть. Ну, друзья, в любом случае внешний вид уже испорчен. Это, скажем так, не премиальный внешний вид. Уже если вы кому-то подарите, то подарок будет испорчен, если станете сами пользоваться. Мне кажется, что это можно будет выгнуть с помощью... Есть вот такая вот прокладочка, сама бутылочка выглядит вот так вот, Ride Life, Ride Giant, что это, пишите в комментариях, потом я посмотрю на английском, как это все будет выглядеть. Я думаю, что надо будет просто набрать сюда жидкости и, соответственно, скорее всего, пластик сделан из пластика белого цвета, емкость 0,5 литра, но опять же, имейте в виду, что бутылки, как раз таки был эксперимент в том, что доедут и не доедут бутылки, но в 80-90% случаях они доезжают, потому что если бы вот этот вот продавец вот этой вот бутылки положил бы вот в такой вот пупырчатый пакет, то никаких бы проблем не было. На подходе еще несколько бутылочек, чтобы не пропустить распаковку этих бутылочек, которые приедут, обязательно подписывайтесь на канал, конечно же, вступайте в группу ВКонтакте, подписывайтесь, комментируйте, пользуйтесь нашим сайтом gadgetmania.ru, место, где вы можете сэкономить на покупках в интернете. Совсем скоро увидимся. Это был топ-3 MyBottle с AliExpress. Пока-пока! Для тех, кто покупает в интернете и хочет экономить свои деньги, мы представляем вашему вниманию новый полезный ресурс gadgetmania.ru. Все скидки и купоны собраны для вашего удобства в одном месте. gadgetmania.ru. Экономим деньги вместе!